Уважаемые зрители, всех приветствую на моем канале, с вами я, Слоу, как и всегда, это у нас GTA 4, и не простая, а модифицированная. Как я понимаю, это GTA 4 «Криминальная Россия». Да, такого у меня никогда в жизни не было, если честно. Я в какой-то, мать его, гробнице оказался, я не знаю, почему тут Томми Версети в качестве... Ой, ладно, хорошо. Давайте лучше не будем на этом заострять внимание, это все-таки мод, тем более это Россия, я не удивлен даже, и нам нужно выбраться. Так, твою мать, эти двери открываются. Угу. Охренеть, я честно не понимаю, что происходит. Мы играем с Ника Белика, ну это же GTA 4, какие-то ловушки здесь, я не хочу на них наступать. На вот эти вот острые иглы, или что это вообще? Ну, это какая-то хрень. Нам нужно как-то выбраться отсюда. Из этой гробницы Томми. Гробница Томми Версети, правильно? Посмотрим сейчас. На огонь не надо наступать. Я это уже как-то делал, когда первый раз заходил. Возможно, нам нужно умереть. Или мы сможем выбраться все-таки. Как-нибудь. Опа, я нашел новый... А, это что за загадки такие, интересно? Я вот, честно, не очень понимаю, зачем это все надо, и мне нужно как-то выбраться. Давайте посмотрим на карту для начала. Карта у нас, ну, вот такая, то есть здесь все совсем по-другому. Я пока что ее не смотрел, это что-то, что такое? Станция... Нет. Месть. Это, видимо, миссия у нас. Неизвестный контракт. Какие-то развлечения, то есть есть, это здорово. И всякие станции, квартиры, все дела. Это хорошо. То есть мы можем купить оружие, возможно, даже одежду сможем купить, выполнять задания какие-то. Это все клево. Но меня одно интересует, как здесь выбраться. Мы появляемся в начале игры. Представьте, вот, что вы летсплейщик, да, и вы должны показать зрителям, что из себя представляет GTA 4 «Криминальная Россия». Но вы появляетесь в какой-то гробнице Томми Версети, мать его, со всякими ловушками, опасными местами, где можно сгореть и умереть вообще. И что-то нужно с этим делать. Я честно не понимаю, что нам нужно. Ой, вот здесь я, по-моему, не был. Ой. Ой, я наступил на вот эти вот острые штучки, но ничего не произошло. Нам нужно как-то это все, мать его, обойти, и, возможно, мы найдем выход. Если не найдем, то нам придется умереть. Просто, ну вот так, да. Мы горим. Ладно. Здорово, мне очень нравится движок. Вообще в GTA 4 лучший движок из всех GTA вообще. Вот мне очень нравится. Даже в GTA 5 не так понравился движок. Он какой-то там не то чтобы упрощенный, но вот там не настолько все жестоко. Да, здесь, возможно, местами они, разработчики, перегибают с реалистичностью, но это лучше, чем вот в GTA той же 5. Все вначале жаловались, что там физика машин плохая, то есть разрушаемость. Но в GTA 4 просто она была очень такой чувствительной. Ладно, хорошо, мы снова вернулись сюда. Ой, ой, тут главное не упасть. Я думал, это вода там. Твою, блин. Ой. Я, честное слово, думал, что там вода, потом увидел, что это была какая-то хрень. Ладно, зато мы теперь появимся в больнице, да, и сможем спокойно осмотреть город. Вот мы появились где-то. Честно, я не знаю, что происходит. Я даже не знаю, какие у меня настройки стоят графики. А средние. Хорошо, что я выключил до этого. У меня по умолчанию стояли высокие, но я не хочу, чтобы FPS падал. Да и здесь вроде не очень стабильно, но да ладно. Что это такое происходит со мной? Сказал Ника и... Кавалькада. Или Кавалькада. Кавалькада, я привык так называть. Эта тачка очень прикольная. В GTA 5 ее совершенно... Тихо-тихо, можно, пожалуйста? Так, тихо. Я убавлю музыку на минимум, чтобы у меня не было никаких авторских прав, а чтобы я никуда не попал. Давайте посмотрим на мир. Это очень здорово. Я очень много разглагольствовал в начале видео и вам говорил, что вау, это круто, гробница, но давайте осмотрим весь мир. Это полностью новая карта, это Россия. Давайте посмотрим вывески. Самец. Чё? Самец, покурил и молодец. Прикольно. Да, такие сиги есть, но, по-моему, они не так называются. Не знаю, я не курю, я вам точно не скажу. О, Стив Джобс, ой. Стив?
почему Стив? Стив Джобс, да. А в целом прикольно. Вообще, я вам сразу хочу сказать, что в игре возможны вылеты. Я уже вижу, как она иногда проседает, игра. Ой! Ой, задел копов, и вроде одной звезды мне не дали. А парк есть. Парк развлечений какой-то. Ох, столько всего нужно посмотреть. D&M. Типа Dolce & Gabbana, только Dolce & Manana какая-нибудь. Вот, что такое? Ой, мотоцикл куда-то потерял. Опа. Вау, что за дерьмо? А я тут такой Ника Белик. Йо, крутой чувак. С ножом. Ша, да, получай. На. Вау, у тебя нет оружия, слышишь? О, ты драться со мной решил, а? Ша. Давай, на этих. О. О, ни хрена себе, я его вообще умотал. Просто уходим. Я убил копа, у меня одна звезда. Я честно не знаю, что с игрой, возможно, это баг. После убийства копа вам должны дать 3 звезды сразу. А, да и ладно. Вау. Маршруты, я как вижу, прописаны нормально. То есть, никто не врезается пока что. Ну, возможно, владелец этого мотоцикла врезался куда-то и оставил его. А возможно, это был подарок свыше. О, я, знаешь, это клуб 8 бит. Он был, знаете где? Посмотрите у меня на канале обзор на пиксельную GTA, 8-битную GTA San Andreas. И вот там тоже был вот этот клуб. Я честно не помню, что там было. Но давайте посмотрим в GTA 4, что сделали с 8-битным клубом. Ночной клуб. Ну, сейчас не ночь вообще-то. Так. Боже мой, где вход-то? Я ни хрена не вижу. Нормально, люди тут тусуются. Ну, как они тусуются? Они гуляют. Но я смею предположить, что ночью здесь действительно туса. Туса-джуса, но это сейчас день. И ребята все собираются домой. Возможно, это работники, которые уже тут убрались. Все там, менеджеры, все. Они такие, ой, блин. Задолбали эти тусеры, все. У нас на мини-карте рядом дом, посмотрите. Вот он, здесь. Ой, блин, ну ладно, оставим здесь. Я припарковался, братишка, есть же. Чё? Ладно. В принципе, маршруты и у людей, да, и у копов здесь нормальные. Вот наш домик. Давайте в него зайдем. Мне очень интересно. Деревянный домик. Двери открываются. Хорошие двери. Сохраниться может быть, возможно, а может быть... Добрый. Добрый драка какой-то сок. Ну, это персики. Персики — это пич с английского. Ну, ладно. Телек нельзя посмотреть. У нас есть балкон. Но я вышел на балкон в GTA 4. Для меня все эти эмоции новые, потому что я ни разу не играл в GTA 4 гоблин. Я ни разу не играл в GTA 4 именно криминальную Россию. Дмитрий Пучков. Ну да, гоблина-то мы все знаем. Я даже помню, мы как-то... Ну как недавно, года 2 назад с другом смотрели фильм тоже в озвучке от Гоблина. По-моему, это был фильм... Игра не сохранена, ладно. По-моему, мы смотрели фильм «Зомби-Лэнд». Не помню, но нам очень понравился фильм. Я тоже советую «Зомби-Лэнд», классный фильм. Говорят, вторая часть выйдет. Ладно, сейчас не об этом. У нас тут сохранено... Да, есть компьютер, что на нем? У нас есть винтовка, как... ну хоть что-нибудь. Сейвинг. Ну, ладно, хорошо, давайте. R. Давайте еще раз. Да. Ошибка сохранения. Короче, игра не сохраняется. Возможно, это специально так сделали. Я хочу все-таки посмотреть. А давайте в туалет зайдем. Блин. У нас здесь что-то... У нас нет здесь... Нет, очень детализированные. Ух ты, даже следы от пули остаются. Очень детализированные ванные. Туалет тоже. Я таких в оригинале не видел. Но суть в том, что у нас нет раковины. Только вот на кухне. Палпи. Пау! И это уже не палпи, а просто решето какое-то. Что-то мы делаем тут. О, сейчас сгорит. Все, отлично. Вот вкусная тема. Так, а можно это взять? О, юх! Я взял какую-то хрень в руки. Ладно, хорошо, домик. Что там написано? Сдать оружие. Да, сдать оружие Ника. Все, сюда. Я взял. А, я пострелял на улице, все разбежались. О, какая-то... Какой-то мужик есть. Мужик, привет.
На! Охренеть, а? Я побежал. Я побежал. Он за мной побежит, нет ли? Нет, его задавили там. Ё-моё. Охренеть, мне эта игра нравится. Вот он убежал. Бежит, 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 бежит. Hello, кто-то там говорит. Офигеть, это просто шикарно. Ой-ой-ой-ой. Ой. Нормально. Мне эта игра нравится. Очень. Особенно этот мод. Потому что GTA 4 оригинальная всем наверняка уже надоела. А с помощью различных модификаций можно снова вернуть интерес к игре. Вот коробка какая-то, возможно, зимой здесь играют в хоккей. А, кстати, я видел, что есть зимний мод для Криминальной России. То есть, вы представьте, это модификация для модификации. Ну, это просто шикарно. Охренеть. Я сейчас вскользь посмотрю, вот просто планета ремонта. Космос. Ты просто космос. А, давайте просто поедем... Куда глаза глядят. У нас есть... Ну, это обычные девятиэтажки. Все. Раша. Есть какой-то отель, возможно. Я могу встать на дыбы, но я могу упасть. С дыбов. Вау, это красиво. Это красиво, ребята. Сори за просадки FPS. Я, честно, не знаю, что так. Потому что на средних нормально должно быть. Так, это не Раша. Раша... Ух, ё-моё. И в это можно зайти, получается, или как? Ой. Оп. Или подожди, или нельзя уже. Так подождите, я вижу, что там вот прорисовано все как бы есть. Давайте. Да, там даже стекло, в стекло можно пострелять. Давайте попробуем. Просто это так интересно. Они проработали наверняка каждый этаж. Возможно, они одинаковые, да, но зайти-то как-то можно, наверное, или нет? Вот тут какая-то дверь. Возможно, можно. А, правда. Охренеть, а вот это шок. Служеб... Ой, служебный... Ой, куда я зашел? Честно, я не знаю, будет ли этот ролик по Криминальной России последним. Была еще идея снять КРМП вот... Ой, какой КРМП? А, ну да, Криминальной России мультиплеер в GTA 4. Да, мультиплеер здесь тоже есть. Это что, разработчики, что ли? Какой-то флэш, еще кто-то. Railway Modeler. High Quality Map Model. Это, знаете, похож на Даню из... Блогер. Я забыл, как его зовут. Блогер, в общем, Даня. Михас. В общем, это разработчики. Это, похоже, пасхалочка. Да, прикольно. Интересно, правда. То есть тут прямо команда целая разработчиков. Драка. Драка Малфой. О, вот это мне нравится. Нормально, борода. Все есть. Ой, Гарри Поттер. А, нет, не Гарри Поттер. Ну ладно. Вот это Гарри Поттер. Шварц. А где негр? Да, шуточки за 300. Данила. Это просто какой-то арт. GTA Vice City Rage. Кстати, GTA Vice City Rage это Vice City на движке GTA 4. Я не знаю, они тоже его сделали или нет. И как мне вернуться назад? Можно? Это бог. Ну, это нормально. Давайте лучше вернемся, пока не поздно. Я не хочу подниматься. В принципе, здесь все ясно. Возможно, как-то можно. Возможно, можно. Если возможно пойти на крышу, было бы здорово, но это займет очень много времени. Я хочу еще что-то придумать. Вот кто-то тачку мне дал. Спасибо. Я вижу железную там дорогу. Оп! Тихо, 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 тихо. Нет! Ну, благо Ника умеет плавать. Это вам не GTA Vice City. Это очень хреново, что мы здесь как бы застряли. А, было бы здорово намутить нам какую-нибудь машинку. Нельзя? А, ладно. Ну, железная дорога, она хорошо проработана, посмотрите-ка. Я не знаю, вот тут саки и какашки здесь не стали делать, но... Все равно выглядит все очень реалистично и здорово, но я даже не знаю. Вот мне, наверное, идти туда не стоит. Вот я сюда пойду и здесь поднимусь как-нибудь. Я могу, кстати, взять вот это, наверное, да? Нет? Должен уже взять. Странно, не берет. Ну, ладно.
Давайте побежим. На всякий случай, с пистолетом. Я думаю, что если вам эта тема зайдет в GTA 4, все дела, мод, Россия, это же клево, должно хайпануть. Если это реально зайдет, то обязательно ставьте пальцы вверх большие, если... Так. Если вам действительно понравится. И тогда уже по вашей активности я смогу... Ну, тут небольшие баги есть, но не критично. И по вашей активности я уже смогу определить, что мне дальше делать. То есть, если что, я... Ну, допустим, давайте представим, что эта серия очень хорошо зайдет, зашла. И вы поставили много лайков, там, типа, написали слово «давай-давай». Я буду для вас дальше показывать карту, какие-то развлечения, какие-то места. И обязательно просто в первую очередь буду показывать миссии. Благо они здесь есть, какие-то там контракты, какая-то там еще хрень, месть. Я не знаю, месть кому и за что, но она есть. Месть, да. Давайте последним местом на сегодня станет вот эта хрень. Копы нас быстро потеряли. Это вам не GTA 5, там подольше, по-моему, это все дело происходило. Что это у нас здесь? Пожарная часть. Вот, здорово, можем войти? Почему мы не можем войти в пожарную часть, если она... отмечено как какое-то место. Возможно, здесь вход какой-нибудь. Нет, а может быть задний двор там как-нибудь или еще что-то. Здорово, да, не в каждое здание можно войти, но тем не менее, они здесь есть. Какой-то опера, что ли? Муниципальный театр оперы имени Целоухова. Угу. Войти мы, кажется, не сможем, но... Просто приятно, что сделали такое. Тут театр опера тоже мы не зайдем, но сделали тоже прикольно. Отражение, видимо, добавили откуда-то, ну не отсюда. Но все равно. Это очень приятно, что сделали как-то вот, ну, вживую. То есть люди живут, они чем-то занимаются. Кто-то сидит, кто-то там курит, пьет. Ленин или не Ленин? Непонятно что-то. Ладно. Я извиняюсь, если я ошибся. То есть что-то все время происходит, какая-то радуга, еще что-то тут вот продают, тут Чип и Дейл, Чип и Дип, звонки, блинные, вот, здорово, то есть это правда приятно, что сделали не просто какой-то пустой город, а вот реально живой. Я чувствую это, потому что здесь уютно, здесь хочется гулять, здесь комфортно. Вот чувак, конечно, немножко завис, давайте ему поможем. Давай, а? Давай. Отражения тут тоже какие-то паленые. Но все равно, они пытались. Разработчики стараются. Вот машина. Кто-то ее погнул, видимо. Еще что-то у нас. Я не знаю, вот зачем флаг здесь добавить. Это, наверное, посольство какое-то или что? Ладно, хорошо. Я не люблю в этом разбираться. Вот, то есть, какие-то... В какой-то звук... закоуголок можно зайти, что-то сделать, придумать. Это Молотов! 2600! Капец, а? А это что здесь вообще? Это типа для чего? О, гранаты. Гранаты я люблю. Давай. Копы! Ну-ка. Знаете, вот чтобы она отрикошетила вот туда прямо. Да-да-да-да, шикарно, шикарно. Давай. Пау! Так. Вау! Вот это мощно, мощь. Это четко, четко, бежим. Здесь настолько все проработано, что я вот честно, за одну серию я вам ничего здесь не покажу. Я сам даже не понял до конца, что... Ух ты! Что? Правда, что ли? Оба! Здесь канализация есть, ребята! Ладно, хорошо, пусть это будет такой сюрприз. Пусть какая-то остается загадка, тайна, чтобы вам было интересно. Подписывайтесь вы на канал и не забывайте, да, чтобы увидеть новую серию по криминальной России GTA 4, вы должны ставить лайки, там все дела. Если что, возможно... Будет серия в кооперативе с одним интересным человеком. Ну а пока на этом я с вами попрощаюсь.
Конечно же, у микрофона был слоу, если вы до сих пор не запомнили или не знаете. Все, увидимся уже в следующих сериях. Оставайтесь позитивными, играйте в хорошие игры. И... Так, нет, это не вам было послание. Всем пока-пока.